Всем привет, ребят, всем здрасте, с вами Максим, вы на канале Камерхит. Так, сегодня у нас Little Nightmares 2, продолжаем, где мы там остановились. А, лифт, да, вот мы лифт тут, короче. Ну, пойдем. Здесь мы, получается, выбрались. И, наверное, сюда, да. Ну, идем. На крышу, да, на какую-то мы, типа, тут забрались. Опа, давай за мной. Не бойся, давай. Нам наверх, наверное, надо забраться. Давай за мной. Так, с лифтом с этим мы разобрались. И теперь нам, наверное, сюда. Скорее всего. Иди, подсади-ка меня. Давай. А, спасибо. Так, и давай. А, вот так, ага. Цепляйся. Блин, цепляйся. Ага. Так, и теперь мне тебя надо туда доставить. Давай. А мне ты как-то... А, я буду прыгать, а ты меня будешь ловить. Я понял, давай. Дуй, опа. Отлично, хорошо, спасибо. Хорошо, теперь наверх. Ну, больше-то идти некуда особо, поэтому наверх. Сюда и сюда. Давай, подсади меня, я заберусь. Так, давай. Спасибочки. Ага. А, ну так тоже можно. Так. Ну, теперь, видимо, по трубе. Давай за мной. Ага, сюда. Хорошо. И так, вот сюда. И вот сюда. Вот сюда. Будешь подсаживать меня или что? Ну давай сюда. Я что-то не могу залезть, подожди. У меня не получается. А что? Подожди, что я не могу зацепиться? Подожди. А, вот, зацепился. Что-то, блин, не с первого раза, нифига. Так, опять мы куда-то в какой-то дом зашли. Вот куда-то. Ну, идем. Ой, подожди. Смотри, все, господи, бабахнуло все. Ой, надо быстрее. Ой, все рушится, слушай. Помоги ко мне. Успели, блин. Долго стояли, думали. Ну, успели. А, не успели, давай. Вот, теперь успели. Да, и завалило нафиг там все. Ой, бежим. Ой, что происходит? Что происходит? Ай-яй-яй-яй. Прыгаем! Или не прыгаем? Что надо было делать? Что сделать надо? Ладно, хорошо. А, нет, все, правильно, я свалился, все нормально, хорошо. О, шестую придавило нахрен. Вставай, что ты? Чё? Давай, надо ей помочь. Давай, поможем ей. Идем, я тебя вытащу. Давай. О! Видишь, все нормально. Встаем? Или что, или будем лежать? Че разлеглись-то? Давайте. Двигаем потихоньку вперед. Ну все, погнали. Надо уже выбраться отсюда в конце концов. Так, давай, подсаживай. Оп. Ой, блин, давай еще разочек. Подожди, я тупанул. Давай еще раз. Ага. Ну все, видишь, как хорошо выбрались. Все прекрасно. А у меня фонарика, кстати, нету. Где мой фонарик? У меня забрали фонарик. Подожди, нам не сюда. Пойдем, наверное, туда. Там еще дверь была. Идем посмотрим, что здесь.
аккуратней, ты не спотыкайся. Во, сюда. О, пошли опять телевизор настраивать, блин. Что-то с этими телевизорами неладное, да? Что-то какая-то хрень. Давай. Так, как-то надо его настроить тогда. Вот так. Ага, хорошо, еще разочек. Подожди. Подожди, подожди. Как-то что сделать надо? А, вот так. Так, и еще раз. Опа, опять я возле этой двери. Хорошо. Вернее, не хорошо, не знаю, хорошо ли или плохо. Но эта дверь мне постоянно мерещится. Почему-то я ее вижу, эту дверь. Два, разгончик набираем. Что там за этой дверью, непонятно, но она мне почему-то постоянно появляется у меня. О, я ее открыл. Ой. Ой, что-то мне поплохело. Опачки, привет, дяденька, вы кто? Какой-то чувак с длинными ножками. Нифига себе. Да, вон он, этот дядька, надо вставать, надо, наверное, убегать. Давай, давай, она тебе показывает, что вставай, вставай. Ой-ой-ой, что происходит? Оу, здрасте. Ты что, звонка пересмотрел? Ой-ой-ой-ой, надо куда-то убегать типа от него, да, или что делать? Бежим! Бежим! Так, он меня зажопил. Хорошо, значит, под кровать я от него должен спрятаться. Стой, 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 побежали, 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 побежали. Тихо, все, 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 дяденька вылазит, и мы убегаем, побежали. Под кровать сейчас я от него спрячусь. Она под стол прячется, получается, а я под кровать тогда. Ну туда он. Давай. Подкат. И вот так. Спрятался, типа? Я спрятался, да? Ой, нет! Нет! Сейчас шестую поймает. Да, 100% поймает. Вот козлина, а, поймал ее. Это плохо. Это очень плохо. Я так понимаю, что мне опять ее спасать, да? Ну все, она исчезла. Черт. Так, ладно, а где мне ее спасти теперь? Где мне ее найти? А что? Что сделать надо? Опять к телевизору? Да, пойду спасать. Ой-ой-ой, глазик какой большой. Хорошо, хоть тут матрасик был, а? Слушай, сейчас бы я грохнулся нормально. Так, хорошо. Ну, видимо, мне надо сюда забираться. Другого пути я пока не вижу. Только вот сюда забраться, да, вот сюда. Опять телевизор. Хорошо, сейчас. Я так понимаю, что мне теперь надо по этим телевизорам, да? Давай. Погнали. О, работает как телепорт, слушай, нормально.
А, подожди, а... я... Так я до него не могу добраться. Мне его туда надо, что ли? Что с ним сделать? Надо? Да? Так, подожди, ну давай попробуем. А, погоди, я понял, что надо сделать. А он как телепорт работает, значит, мне нужно сейчас... Ой, блин, подожди. Да, да, подожди, стой. Да, да что ты, да, что ж ты делаешь? Давай, и вот сюда мне надо запрыгнуть на ручку. Угу. Ой, ну можно и так, в принципе. И так тоже неплохо. Так, и мне теперь вот сюда. Оп, я телепортнулся. Отлично. Хорошо. Непонятно, что это за хрен и зачем он забрал мою подругу. Но я пойду ее спасать. И вот сюда мне теперь. Вот так. Угу, понятно. Теперь на крюк надо. Не свалиться бы. Эти крюки опасные вообще, ребята. Оп. Так, раскачиваемся. Опа. Угу. Отлично. Так. Интересно, куда он ее утащил. И зачем он ее утащил, непонятно. Так, еще один телевизор. А, не, все, нормально, живой. Что надо сделать? Включить его как-то надо. А как включить? А, вот так включить, ясно. Ага. Чпуньк. Телепортнулся, хорошо. Зачем? И раз... нет, так не получится. Подожди, а что надо сделать? Ну, допустим, спрыгну вниз. И залезу вот сюда. Ха-ха! Дырку-то нашел какую-то себе. Куда я, интересно, вылезу сейчас? Ага. А, вот телевизор. Ну, хорошо, допустим. Прекрасно. Так, нафига я сюда опять телепортнулся, неясно. А я здесь могу залезть? Нет, я здесь не могу залезть, подожди. А здесь что? О! Шапку нашел. Надевайте головные уборы в меню паузы. Шапка мне, конечно, очень сильно пригодится. Давай сюда. Я не понял, зачем я обратно... А, подожди, блин. А может его выключить надо? И тогда он меня телепортнет в другой телевизор. Ну-ка, сейчас попробуем. Так, а тележку я эту могу катить? Могу. Так может мне в него и не надо, кстати, телепортироваться, что-то я торможу. Ну, типа вот сюда. Ну и залезть я же должен. Должен как-то на нее, нет? Не должен? Да ладно, серьезно? Хм. Странно. А может мне сюда просто пойти надо? А, тут туда некуда идти. Так, подожди, давай попробуем. Давай попробуем выключить тот телевизор. И куда он меня телепортнет, интересно. Так, вот он меня выкинул здесь. И я его выключил, все. Допустим, я его выключил. Сейчас попробую, может, он меня в другое место просто, может, мне нужно. Сейчас посмотрим, что получится.
Ну, мне кажется, что должно сработать, нет? Да, вот он работает, и он меня куда-то сейчас телепортнет в другое место, да? Нет? Нет, он меня никуда не телепортнет. Блин, да ладно, серьезно. Так, ладно, подожди. Так а что с этой тележкой тогда? Подожди. Схвати тележку. Блин, подожди, не понимаю. Может, я ее зря так далеко отодвинул? Как-то я могу на нее забраться? Блин, чё, неужели не могу? Нахрен все ваши телевизоры, все, выбесили. Да неужели не могу? Да ладно, ну что ж такое, ну. Ну я ее могу катать, как мне вздумается, только толку от этого, если я на нее залезть не могу. Не, он не цепляется вообще никак. Прикинь. А что за ерунда? Очень странно. Не понимаю, если честно, что делать надо. Я на нее залезть не могу. Никак, причем. Блин, ну что за фигня? Так. Там. Мне вон туда надо как-то попасть. Ну как мне туда попасть? Там как-то пройти. Не понимаю. Врубай телек. Я не могу никак попасть. Так. Что-то я затупил. Подожди. Мне надо как-то поверху, получается, пройти. Ну, правильно, я тележку пододвинул, чтобы мне пройти поверху и перепрыгнуть. Сейчас попробуем. Ну, я не, пока не понимаю, что надо сделать. Вот, я его включил. Хорошо, сейчас я телепортнусь обратно. Там перепрыгнуть, наверное, надо, да? Просто я что-то туплю. Сейчас попробуем. Давай, телепортик. Не понимаю. Но я тут вот не могу никак ничего сделать. Да ё-моё, свалился. А перепрыгнуть? А может я здесь залезть могу просто? Не получается нифига у меня. Да блин, что за ерунда? Я не врубаю, что сделать надо? Алло? Он ни за что не цепляется. Да ладно. Я не могу ни за что зацепиться, да блин. Ну сюда мне надо сюда. Так, какая-то жопендра. Чё за ерунда, блин? Я опять телепортироваться, да ё-моё. Чё-то не могу сообразить вообще. Ну вот я эту тележку подвинул для того, чтобы перепрыгнуть. Сейчас мы ее ровненько поставим. Вот так. И вот. Ну вот так как-то. Странно. Так. Ну мне надо вот сюда. Как мне туда попасть? Ладно, давай выйдем, посмотрим. И чё? Врубим телек, пускай идет. Да
Да блин, серьезно, я не понимаю, что сделать надо. А может за эту штуку зацепиться? Да блять, серьезно, ну ты, блядь, дебил. Зал свалился. Ай! За лампу за эту зацепиться, что ли? Так он не зацепится за нее, а может зацепиться, хрен его знает. Надо попробовать. Хотел перепрыгнуть, в итоге свалился просто, ну. Давай, конечно, пробовать за лампу цепляться, но что-то мне подсказывает, что нихера он за нее не зацепится. А, нет, зацепился, погляди-ка, это я просто дурачок. Давай. Оп. А, ну все, тогда все хорошо. Я уже начал расстраиваться. Что, не могу сообразить, что сделать надо. А, оказывается, вот оно, что надо было сделать. Хоп. Хоп. Хи-хи, все. А я уже думал, блин, все, тупик. Нет, не тупик. Оп, поехали. Чпоньк, чпоньк. Бомс, добрый вечер. Как у вас тут делишки? Да, зомби. Не, телевизор выключать нельзя. Если я выключу телевизор, то оно начнет за мной бегать. А так явно делать нельзя. Я просто пройду мимо и все. Оу. Ау. А-а-а, подожди, вон телек. Угу. Мне надо к телевизору подойти. А, подожди, так тетенька меня схавает, если я подойду, да? Тетенька меня схавала, если я подошел, да? Я понял. Надо отключить телек, чтобы она... чтобы она могла свалить нахрен просто. Сейчас я тот телевизор включу. Ее надо будет немножечко отвлечь просто, и все. И все будет четко. Так, спасибо. Так, и надо как-то ее отвлечь, чтобы не попасться, блин. А то он зажопит меня нормально так. Ой, здрасте. Я как мешок с говном выпал. У них телевизоры даже на улице висят, ну. Нормально. Удобненько. Так. И сюда. А ой, еще, глянь, стоит он. В телевизор долбится. О, мне надо будет его отвлекать, да? Сейчас мы как-то это сделаем. А, подожди. Блин, тормоз. Надо было... Надо же было тот сначала включить, что-то я. Все правильно. Надо это сначала включить, чтобы он мог отвлечься. А то он сразу на меня агрится. Это мне не нравится. Хорошо. Так, и сюда. Вон тот телевизор надо включить для начала. Ну, ты чего? Залазь. Так, теперь вот сюда поворот. И теперь мы делаем ход... Да блин, ход конем. А, ну можно и так. Придурок. Шагнул в пропасть. Оп-о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 п
Так, с этими телевизорами разобрались. В принципе, тут все хорошо. Продолжаем наше путешествие. Только я пока не знаю, куда я тут продолжаю его. А, ну вот сюда, понятно. Понятное дело, что вот сюда.
О, здорово, ребята. Вы что делаете? Суицидники, блин. Глянь, что творят, а? Ну, сумасшедшие какие-то вообще. Э! Врубай телек, погнали. Куда он меня сейчас перекинет? Нормально. А что это было? Так. Я не понял. Ладно. Вот так. А, понятно, что надо сделать. Сначала нужно было телевизор скинуть, а я что-то, блин, это... Тоже суициднулся. Давай, теперь он меня должен перекинуть туда, куда нужно. Оп, отлично. Отлично, держимся. Так, а здесь что? Ну, тут какой-то рычаг, явно его нужно нажать. Я понял. Я понял. Да, мне сюда кого-то нужно заманить. Ну давай. И оно сейчас за мной будет гнаться. Да-да, вот оно. Вот так. Чё? Спасибо. Всем спасибо, все свободны. Ты, чего ты? Идем дальше. Блин, опять тут какая-то хрень с электричеством у них происходит. Ну, залезу сюда, посмотрю, что там. Не понял. А. Понятно. Мусорка. Ага, смотри-ка, телевизор. Ну, я сюда не допрыгну, понятно? Где-то еще один телек должен быть. Так, хорошо. Давай эту коробочку подтащим сейчас. Наверное, я с помощью нее, я, скорее всего, сейчас заберусь сюда. Ну или нет. Нет. К сожалению, нет. Я ее дальше не могу сдвинуть, глянь-ка, а? Хм. Так, ладно, хорошо, подожди. А, блин, ну я дебил, конечно, чуть. Коробка не для этого, для того, чтобы рычаг нажать, ну. А я что-то в дверь вот уломлюсь, я думал, там за дверью за это что-то. Да, сейчас я подставлю просто и на рычаг. Жмякну, и все будет нормально. Ну, а у них тут, конечно, антисанитария полнейшая. Давай, и вот так. Ну, хотя бы так. Меня так тоже устроит, в принципе, давай. Так, и вот так. И поехали. И куда, интересно, поднимаюсь? Этот же телевизор я не зря включил. Он же мне для чего-то понадобится. А вот еще один телевизор. А, я знаю, для чего он мне. Ясненько, понятненько. Чпунь. А... Так у меня вопрос, а для чего я это все делал?
Не понял сейчас, если честно. Может, эту дверь нет? Не совсем понял, так. Не врубаюсь, давай обратно. Подожди. Блин, да подожди, стой, нет, 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 нет. Нафига я сюда спрыгнул, вопрос. А, я знаю зачем. Все, вот сюда. А, тут нормально. Более или менее сообразил, что надо сделать, в принципе. Ой, ты кто? Так, мне коробку надо отодвинуть. Игрушки какие-то никому не нужные. Так, у них здесь электричество. Ух ты ж ё. Ох, конечно, что у вас тут... Ой, не достал, не допрыгнул. Черт. Не допрыгнул, это плохо. Так, хорошо. Куда-то мне надо... Может, сюда? Да, блин, я не... Не достаю. А, подожди, так вот же свободное есть пространство. Чё я торможу? Смотри-ка. Мне просто сюда надо допрыгнуть. Вот сюда. Вот, и все. Так, она тут телевизор смотрит. Пускай смотрит. Блин. Что надо сделать? Хм. Так, 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 так. А что сделать надо? Ну, если я телевизор отключу, она куда-то свалит. Куда только я не знаю. Ну, там не видно, что я там делаю, вообще непонятно. А спрятаться я могу? А, подожди, а я могу? Хорошо, я, допустим, телек выключаю, но обратно же я запрыгнуть не смогу. Обратно допрыгнуть у меня не получится. Блин. Непонятно, если честно. А если я стул у нее попробую стянуть? Не, не получилось. А, ну, мне, видимо, стул надо стянуть, только как-то... Только как-то. А я отсюда телек могу выключить? Не могу, блин. Да ладно, что ж такое? Я отсюда не могу. А отсюда могу? Не могу, не достает. Пульт не достает, прикинь. А куда она пойдет, интересно? А, блин, да ладно. Не знаю, честно сказать, а что надо сделать? Интересно. Ну, допрыгнуть обратно, блин, у меня не получится. Она меня завалит, слушай. Она меня поймает в любом случае. А куда ж мне от нее бежать? Не порубаюсь. Не, обратно вряд ли он допрыгнет. Она прям четко идет за мной.
Да ё-моё, что делать? Интересно. Интересно. Ни хера непонятно, но очень интересно. Ну, не допрыгнет он. О, допрыгнул-то, посмотри. А толку? Для чего это мне? Ну, даже если я допрыгну, я могу обратно уйти? Не могу обратно уйти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, мне типа ее заманить надо или что? Я не понимаю, что надо сделать. А, ну можно и так, в принципе, да? Ха! Так тоже неплохо. Давай мыло возьмем. Так, тетенька, извините, пожалуйста, можно я тут, да, пройду? Спасибо. Наверное, свет надо включить. Нет? Не надо. Табуретка мне нужна. Вот и все. Ну, она, короче, даже и не успела мне ничего сказать, в принципе, ничего сделать. Ее просто шандарахнуло током, да и все. Так. И вот так. И все. О, зомбаки, здорово. Телек смотрите, да? Ну, смотрите, смотрите. Я пока что мимо пройду. Вы же не против? Так. Опять что-то с электричеством, да, здесь? Ну да, что-то с электричеством. Ага, оно под напряжением. Понятненько. Понятненько, непонятненько, ни хрена. Что делать-то надо? А, тележку вон вижу. Может, ее сюда... А, я понял, сейчас. Тележку надо сюда прикатить, наверное. Вот эту. Сейчас мы ее вниз столкнем. Так, давай, давай, давай. Сюда. Так, хорошо. Блин, поверни, поверни. Да, блин, не так. Да, ё-моё, не так. Ну, как-то так. И вот так. Ага. Так. И они мне намекают. И они мне намекают, что я должен перепрыгнуть. Ладно, давай. Раз. И... О! Допрыгнул, ё-моё. Ой, тихо, чуть не упал. Ну, понятно, здесь я не допрыгну. А, ага, сюда надо, через этот надо. Ясненько, понятненько, хорошо. Вот сюда. И вот сюда. О! Ну, ой, вырубаем электричество просто. Все! Отлично. Хорошо. Теперь обратно. Так. Мне куда-то сюда надо. Так, а телевизор же не работает. А я смогу запрыгнуть? А я не смогу запрыгнуть. Ага. А, блин, тележку что ли опять катить надо сюда, не понимаю. Нет, так подожди, тележку. Тележку. А, ну может быть, это ладно, давай. Давай попробуем. Да хренушки, ай, блин. А коробка? А коробка? А нет, коробка нет. Нет, а ладно, что делать?
Так. Фу-фу-фу-фу. Запрыгнуть я сюда не могу. Не, блин. Да, черт, куда ты? Да что ты уперся? Подожди. Ну, не тормози, пожалуйста. Нет, не так, все не так, не понимаю. А куда дальше? Черт. А это что? Это мне явно не пригодится. Ну, сюда я не могу залезть. Блин, ну да, что-то я тут... Ну, свет я отключил, допустим. Хорошо, я его отключил. Что дальше? Дальше я запрыгнуть никак никуда не могу. Фонарика... А, не, ну телевизор не работает, потому что света нету. Это как бы очевидно. А здесь залезть нет? А-а-а. Не понимаю, что надо сделать, ё-моё. Что за фигня? Куда мне тут чуть-чуть, куда надо, блин? Свет отключил, дальше-то что? Не понимаю. Ой, так. Это я его включил. Это я его выключил. Блин, надо подумать, что-то сейчас не могу сообразить. Ой, что-то я не могу врубиться. Ладно, фиг с ним. В следующий раз уже буду думать, что там... Что-то подустал я уже сегодня. Все, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно оставляйте комментарии. Здоровья вам и вашим близким. Всего наилучшего. Всем пока.